Площадкой для вручения особенного документа стала администрация Московского района. Само вручение лаконично, однако те, кто вступил в ряды Союза, запомнят его надолго. Хотя бы потому, что билеты вручались представителями власти. Новоиспеченными участниками Союза стали порядка 20 школьников. Это молодежь, готовая приложить усилия, чтобы использовать свой потенциал для развития родного района, города, страны. Мне очень нравится деятельность БСМ, так как... Они стараются подключить все больше и больше детей, чтобы они узнали, что существует не только мир только в телефоне, в комнате, в четырех стенах, а еще и за пределами своей квартиры, своего дома, чтобы они познакомились больше с миром и с другими людьми. Они вступают в организацию не для галочки и без принуждения. По собственной воле, с большим желанием проявить себя и что-то изменить. Членский билет – это не просто стильная пластиковая карточка, это в первую очередь новые возможности в самых разных областях. Наука, образование, управленческая и волонтерская деятельность. Помогают у нас и пенсионерам, и ветеранам, и разные акции, и благоустройством занимаются территории наших. Ну, в целом, в принципе, такая хорошая направленная работа. Я надеюсь, что в будущем они будут именно теми же руководителями и продолжат развитие нашей страны. Районный комитет Союза молодежи объединяет 4000 энергичных и талантливых юношей и девушек. Они – бойцы студотрядов и добровольческих объединений, волонтеры движения «Доброе сердце», члены молодежных отрядов охраны правопорядка. Имеют дипломы высшей степени международных олимпиад и творческих конкурсов, свои собственные научные разработки. Помогают убирать и благоустраивать городские территории, организовывают праздники, флешмобы, акции и проекты. Живая работа с молодежью – акцент Москвы. Будут проявлять они свою инициативу, мы будем делать все для них, потому что наша организация – это союз молодежи. То есть не может ничего один человек решить самостоятельно. Если есть инициатива, если есть активные ребята, которые хотят, тем более, что направлений очень много, в которых можно себя проявить, нужно постоянно вкладывать в эти дела на протяжении всей жизни. А это может быть хорошей школой жизни. Виктория Нечаева, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».